Получать заграничные паспорта нового поколения теперь удобнее. Раньше документы нужно было задавать в миграционном управлении в одном месте на улице Октябрьская, а получать в совершенно другом. Сейчас обе процедуры перенесены в одно здание. Единый центр по адресу Ташкентская, 86Г. Открыты новые кабинеты, работают два окна выдачи. Все сделано для того, чтобы сократить очереди. Здесь можно подать документы и получить паспорта нового и старого образцов. Услуга эта в городе очень популярна. Ей с начала года воспользовались 11 тысяч человек. Были периоды, когда граждане не ездили в Египет, в Турцию, то есть это тоже уменьшило количество обращений. Но в настоящее время как бы ситуация стабилизировалась, количество обращений по оформлению паспорта растет. И я рекомендовал бы гражданам, конечно, обращаться сейчас за оформлением паспорта, не ждать, когда начнется сезон, потому что сейчас очереди меньше. Весной, ближе к лету, очередей будет больше, конечно. Специалисты советуют горожанам выправлять паспорта нового поколения, несмотря на то, что они дороже аналога. Вместо 2000 рублей – 3,5. Но срок их службы дольше – 10 лет. Кроме того, считается, что новые заграндокументы безопаснее. Фотография для них в электронном виде передается на микрочип и сразу попадает в базу данных пограничных служб. Для безопасности специалисты снимают и отпечатки пальцев. Происходит сканирование папиллярных узлов пальцев рук, и при выдаче документа нового поколения происходит верификация этих пальцев рук. Вся эта информация непосредственно передается в органы пограничного контроля, и при пересечении границы по паспорту нового поколения степень защищенности возрастает в разы. То есть здесь уже подделать документ нет никакой возможности. Для борьбы с очередями сотрудники миграционного управления изменили и режим работы. Теперь получать паспорта и задавать документы можно 6 дней в неделю. По вторникам и четвергам ведомство работает до 8 вечера. О своем отдыхе, отмечают специалисты, горожанам нужно думать заранее. Иностранные удостоверения личности изготавливают в течение 30 дней. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.